Всем привет, мои хорошие, мои любимые. Ты так интересно выглянул, я хотел попасть в свою реакцию на хорошие, мои любимые. В общем, готовим с Юлей. Ну, ты готовишь сам? Нет, Юля готовит, помогает мне. Она порезала грибы целую миску. Вот, ну а что? Я картошечку, ну а что, это не готовка? Это же есть готовка. Порезали грибы, сварили, варим картошку на порезанную такую... таким кубиком крупным. Это мы из нее будем делать пюре. Вот, я хочу сделать рулет с грибами, постный рулет. Сейчас. Налью масло, буду, значит, сперва поджарю немножко лук. Что там такое? Блин, все, разлил масло. Это он масло налил на это. Шаряпа. Ой, это же контент, кажут специально. Специально. А? Ага, конечно. У меня такого таланта нема, так сыграть талантливо. А? Есть. Не. Так, жарится лучок, ребята. А что это такое? Подожди меня, чтобы не было это моющего. Жарится лук немножко до золотистого цвета. И начинает сполоснить. Хорошо, что ты смеешься? Я не смеюсь, я плачу. Чего? Так я срезал лук. Так, поджарим немножко лук до золотистого цвета. И отправляем туда сразу грибы. Вот, и все это надо поджарить хорошо. Картошка тем временем сварится. Это будет постный рецепт. Я думаю, что многим хозяюшкам будет на заметку. Смотрите, как классно, быстро, когда сковородка раскаленная, этот лук моментально схватывается. Вот так. Я люблю готовить, знаешь, когда для кого-то именно. Вот когда для себя вообще, меня не заставишь. Да. С подпалки вообще, ты что, для себя вообще ничего не готовлю. А что? Ну, то или для видео приготовлю, что я ем. То там, то перекушу, то там. Ну, максимум там что-то и картошку жарю там или... Ну, или давно, кстати, уже не жарил, вот так вот, знаешь, недавно жарила, а до этого почти целый год, наверное, не жарил. Вот это хватит лук, видите, он сразу как немножко схватился, больше не надо. Потом он дожарится с грибами. Вот целая тареляка грибов. Все, пожалуйста. Так, надо чуть-чуть убавить огонь. И сейчас грибы усядутся. Пустят воду, картошку чуть прикрутим. Так, Юль, картошку я посолил, солить не надо, пусть она кипит и грибы жарятся, потом покажу дальше. Смотрите, грибы уже выпарилась из них сук, то есть не сукровица, а жидкость из них испарилась, улетучилась, в общем, и теперь там это сами грибы. А тут картошка уже доходы кончается. Сейчас мы ее будем толочь. Сейчас вот это выпарится, поджарится, поперчится, посолится, а это потолчется и будет делать рулет. Где рулетик? Сверху. А что снизу это, да? Да, наверное, хоть снизу, хоть это. Да. Подави сюда. Шо-шо? Пакинка. Там хоть пакет забрался. Хоть бы кто с рыбком прислал куча. Хоть бы кто-то что. Я их пока вымыл, светло не слышал. Так, лук, смотрите, с грибами пожарился, покажи. Это наша начинка на грибы. Все. Так, теперь. Это пюре сварилось, уже картофель. Вот, мы ее сливаем. Вот так. Ну, чтобы там осталась трошки водичка, она нам нужна. Это мы сейчас растолчем все. А хотя много воды не надо, но надо крутое. Это не пюре, которое должно быть. То есть оставим ровно столько, чтобы оно толклось. Это ты первый раз готовишь этот рецепт? Да. Дебют? Дебют. Так, теперь у меня есть такая толкушка. Вот, я не буду толочь картошку. В этом. Так. Как мне делать? Это толкушка? Ну да. А чем ты толчешь? Специально у меня есть такая. А вот этими с дырочками? Нет.
Вот так прям бьёшь. С дырочками такая у меня есть, плоская. Да нет, такой штукой. Это для отбивных отбивать. А то я не знаю. Да как же наивно. Так, я бы не удивилась, если бы ты этим только. Так, у меня есть разные толкушки. Ну, их не видно. То еще мне надо, нема, и есть кто такая. Это толкушка? Ну, наверное, да. Так, толчем пюре. Картофель подсолен у нас нормально. Так, немножко наливаем растительного масла сюда. Мало картошки, 20. Да, наверное? Не, прекрасно. Мы же не пюре делаем, мы делаем рулет. Так. Хорошая толкушка, кстати. Прям пюре-пюре надо сделать? Ну, конечно. Пюре? Нам сперва надо сделать пюре. А как ты кажешь? Пюре? Пюре. Пюре я сказал? Нет, я так говорю, пюре. Пюре? У меня племянник так говорил, маленький. Пюре. Пюре. Делаем пюре. 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 Так, сюда. А потом добавим в него немножко муки. И надо его поперчить. Я поперчил, кстати, вот это все. Посмотрим, поперчил. Это мы поперчим. Чуть-чуть подсолим. Все. И картофель должен немножко, наверное, остыть, потому что я боюсь, что... Кипяток просто. Вываливаем. Так. Ну вот, что это дело такое? Неудобно, да? Неудобно. Горбата. Спасибо, кто выслал, но неудобно все равно. Горбата. Это только пюре и грибы, все? Да, пюре, грибы и еще... А, и кетчуп, еще соус. Или что там? Кетчуп, это будет заливка. Соус. Краснодарский, да. Я покупаю краснодарский соус. Мой такой. Любимый. Тебе тоже, да? Очень нравится. Мой самый любимый. Все, картошку. Немножко. Вкусно. Да, картошку попробуй. Чистую руку. Давай, с руками. Зрители осудят. Да не впади там, господи, в котячий мозг. Ну, тут телефон, тут вилка. Вкусно. Так, картошка есть. Теперь, значит... Какая вкусная картошка? Ты смеешься, да? Нет, вкусно, правда. Так. У тебя же все вкусно. Так, так, так. А я вкусно. Не то, что у меня. О, ты тоже хорошо отдаешь. Ну что ты смеешься? Для своего возраста. Шутка, вот. И для того, что ты живешь с мамой, ты хорошо готовишь. Потому что обычно кто живет с мамой, тут вообще не готовит. Понимаешь? Просеиваем сюда муку. И делаем типа теста. Не типа, а надо почти сделать тесто. А сколько муки на глаз? Ну, на глаз, пока ну сколько возьмут. Не забивать, не надо забивать, прям, чтобы было как, ну, такое, mm-hmm. знаешь, крутое, как на лапшу там чи на шу. Ну, вот так вот делаем, чтобы оно немножко сделалось, ну, взялось. То есть. Ой, блин. Горячее. Так. Может, надо было, чтобы остыло чуть-чуть? Что, ну, у меня так лохмотье наберет? Жарко, да, в квартире? Угу, очень. Окно ж нельзя открывать. Открывай чего? Можно. Нужно за сигнализацией. Я в обморок сейчас упаду, недостатка кислорода. Ай, горячо. Получается? Я не пойму, что это я. Может, надо было, чтобы чуть-чуть остыло, а не в горячую бросать муку? Самвел, как ты считаешь? Ну, конечно, надо, чтобы остыло. Она не тратит время, у меня тайминга не хватает. Тебя ограниченное время? Конечно. Ты что тут делаешь? Так, мне надо пленка пищевая. Вот.
Тут чистка. Руки мою, постоянно мою, по 3 раза в день. Что тебе дать? Вот. Дать тебе салфетки. Красивый, красивый. Любуешься. Расстилаю вот этот пергамент. Пергамент? Ну, что это? А, это... Ну-ка, пришиваю. Вот так ее сюда защелкиваем. Так. А так надо, чтобы мука, да, там вот... Где? Ну вот. В пироге? Картошки. Чтобы там не перемешана была мука. Ну, я сейчас оно остынет. Мне, конечно, не надо. Как же дела вам? А як ти под руку всегда? Так. Я тобі зараз припомню. Це я смазую растительним маслом. Вот эту штучку. Вот. Это будет диаметр пирога, то есть его площадь. Ну это рулет будет, да? Ну да, рулет. Так, все, я подделал. Теперь это сюда. Тут, наверное, отрезаю его. Томас. Так. Есть. Так, вот это надо вымешать как-то. Я не хочу его забивать мукой. Знаешь, вот я видел видео, когда делают прям типа как тесто. Угу. А я думаю, что в принципе этого достаточно. Не надо. Кто-то добавляет еще крахмал сюда. Можно в принципе добавить. Чтобы держалась форма. Ну, да. А я думаю, что оно и так будет держаться никуда. Зачем смысл делать его тесто-тесто? Картошки и так крахмал есть. Ну да, там крахмал есть. Немножко муки. Может, сыпал муки пол, еще чуть-чуть? Полстакана хватит. Пленка не расплавится? Нет. Так, все. Этого достаточно. Чистая ложка. И погнали его распределять по периметру. Вот так. Лучше, конечно, руками. Мокрыми, чистыми. Вот так. Так. Угу. Видишь? Угу. Ой, отлично. Так, да. Руками. Руками. Вообще тесто любит руки. Видишь, когда только на руки уже это, оно уже перестает. Только высохли. Да, да, можно растительным маслом смочить. Видишь, когда мокрые, угу, руки, они прекрасно распределяют это тесто. Типа теста. Вот. Так, примерно делаем ровненько. Там по центру больше, наверное. Угу. Вот так. Все. Покажи сблизи, принеси. Вот. Вот так вот у нас, ребята, получается. Само слой это тесто, которое будет сверху. Вот, хорошо, хорошо. Вот так мы его. Все. Шлепен забито сделано. Теперь высыпаем просто эту начинку. Сюда. Все. Ну и грибов, видишь, как получилось. Да, прекрасно. Эту начинку мы, ребятки, распределяем не до конца, вот не с одной стороны не до конца, не с другой. То есть вот сюда можно до конца, по бокам, а вот в край, ну, не надо. А что еще можно в такой пирог добавить? Можно что-то еще или нет? Ну, можно хоть с перцем, можно, может быть, сделать. Может быть, с каким-то мясом, если, допустим, уже мясо есть, можно с мясным летом как-то сделать. Можно, ну, с чем можно. Что жарится, то и можно. Ну, лучше всего, конечно, думаю, картошка, гриб. И помидоры нельзя добавить? Ну, к чему они тут? Помидоры у нас будут сверху немножко... Соус, оно будет тушиться. Так, это я выбрасываю. Опять мою руки. 150 раз можно. Сыр можно добавить. Так, теперь нет, сыр не надо. Ну да, сыр это если вообще, уже не будет. В принципе. Теперь я возьму эту штуку. Мне еще ни разу не запекал. Это, по-моему, мне дарил Стасик, если я не ошибаюсь. Стасик, дорогой, спасибо тебе большое. Так, сейчас я вытру. Я представляю, что я в это соус. Так, и вот так, ребята, заворачиваем. Берем этот за пергамент. Вот. И вот так вот
Вот так вот. Понятно? То есть мы крутим. Вот так вот, вот так вот. В рулет. Закручиваем. Так. И теперь вот это... Ну, вообще можно, знаешь, как сделать? Подтянуть все вместе. Сейчас. Вот так переверни. Да, хочу подтянуть. Угу. И вот так завернуть. Угу. Вот, получится вот такой, ребятки, рулет. Что я делаю? Это значит растительное масло чуть-чуть. Не поместится. Дрысь. Руками просто смазываем. Теперь, нет, это маленький противень. Ну, разрежь. Давай, нет, нет, сюда. Надо целый? Это тоже маленький. Нет, это нормальный. Я же буду резать. С водой ничего страшного. Мы берем вот так. Разрезаем и ставим вот так. Так конечно. Вот, да? Вот. Там сейчас все вываливается. Падла. Это точно так по рецепту, да? Ну, а может его нужно не ставить так, вот так просто ложить? Нет? Красиво. Ну что? Ну, знаешь, почему так? Потому что мало муки. Но зато более полезно, я скажу так. Ничего страшного. Так красиво было. Так. Если больше добавить муки, то получше. А вот в остатке все. Что все? Вот сюда. В производство пойдут? Идут, конечно. А что нет? Ишь-то! Ишь-то! Так, теперь. Краснодарский соус. Да це нормально, це жизнь. Что тебе дать? Ой. 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 Что, силы нет, сама? Да, скользить. Скользить? Ну чем? На салфеточку. Салфеточка. Еще больше буду. Подень ножичком. Давай я сделаю. О. И дрыщем сюда соус. Вот так. Всю банку, да? Да. И теперь водичку. Как я всегда делаю, ополаскиваю, омывание такое делаю, и еще раз. Буде, зашибись. Так, открываем духовку, достаем всю трохамузу. А вот все готово, минут 25, 200 градусов, фигачим. Так. 25 минут? 20-25. 200 градусов сколько? Оно же готово. На 200, да? Да, на 200 градусов. Все, время пошло. И оно возьмется сейчас. Хорошо, это будет держать форму. И не страшно, что... Ну, не просто если больше, да? Муки, если больше муки, оно было бы как тесто. Оно бы тогда завернулось. Было бы красиво. Оно бы тогда порезалось. Бы хорошо. Ну, ничего. Зато я считаю, ну, что лучше уж без муки, лучше хай развалится. Но это мое личное мнение, конечно. Это же первый раз тем более. Другие хозяюшки могут делать, добавлять больше муки. Ну, ты советуешь добавлять больше муки. Но я собрал, советую что не делать. Мука и хватает жрать и там. Так. Все. Выключай. Так, ребятки, ну, ого. Господи. Что это тут такое? Ну, по-моему, я думаю, достаточно. Смотрите. Мне кажется, достаточно. Оно протомилось, протушилось. Может быть, надо было, знаете, как-то жиже размешать вот эту жидкость. Ну, видите, как оно? Вот эту бодяжку. Ну так, немножко, ну, видите,
взялось корочкой, но я думаю, что надо так вот поддевать снизу и подавать. Так, я это и сделаю. Так, сейчас надо еще, знаете, что сделать? Нарезать лук мелко и сверху посыпать луком зеленым. Я посыпаю сверху. Ух ты, какая красота! Угу. А пахнет? Этим зеленым лучком. И посыпаю. Красиво. Так. Готово, да? Да. Класс, такой зеленый. Угу. Так. И теперь можно подавать. Ты хотя шок. Так раз. Ведь он более-менее форму держит. По два котяшка, да, таких? Угу. То один мало. Так. Следующая тарелка. Так, это на стол. Или снимай, поставь на стол. Так. Раз. Немножко, ну, конечно, если даже было больше теста, оно больше. Распадается, да? Ну, ничего страшного. Ничего. Вторая. И тост. И третья. Мне поменьше, если можно. Вот это мне маленький. Всё. Так, я еще хочу сверху немножко. Вот этим соусом можно полить, да, сверху? Да, хочу полить соусом. Все, Томасу не нравится. Ну, красиво получилось. Сейчас попробуем. Можно было немножко сахара добавить. Ну, хотя он сам сладкий, да, краснодарский? Угу, угу. Уже не кислый? Нет, он сладенький. Все. Ну. Ой, красота какая. Молодец, Самвел. Сейчас будем пробовать. Все. Сок, пожалуйста. Уже не могу сидеть, давайте я кей. Мне так хорошо. Стакан. Я руки чистил. Не обращай это внимания. А что, ты что, стакан взял? Так у меня чистый. Мадам, это будет налить. Так, пробуйте. А что, мадам будет наливать сок? Может, месье налить сок? Хотя мы налить. Меня налить. Как это называется? Рулет? Вы же сказали, что коробу будет. Картофельный рулет или баны? Да. Это был рулет, Коля. Что вы сказали, пирог будет? Ну, я ошибся. Сказала пирог рулет. Вкусный. Горячий. Угу. Вкусный. С зеленью. С кетчупом. Не рябочки. Вчера был день весеннего какого-то состояния. Ну, да. Ну, видели, какая вчера луна красная? Вчера был день счастья было. Да. Да? Да, день счастья было. Вкусно. Ну, что туда не хватает сыру? Ну, сыра, мяса не хватает.